Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем за Лигу Мастеров Одна Звезда. Сразу отправляемся в магазин и открываем здесь бесплатный пак, в котором нам ничего не выпадает. Ну, 5 долларов только. Так, выполнили. Пройти серию испытаний. Ну что же, опять начинаем, ребята, быстренько с вами пробегать это все дело. Сегодня у нас девичья сила, да, намечается именно она. Ну, как ты знаешь, мы проходим ее довольно легко и просто. И только лишь ради... Да, именно ради Кунаичи мы будем проходить его. Подожди, а там, по-моему, еще и шинигами дается, да? Или я ошибаюсь? Надо будет глянуть. Если там будет шинигами, тогда не обидно будет проходить, на самом деле. Потому что, ну, ради... Кунаичи как-то накладно. Хотя скоро нам так и придется делать. Проходить все вот эти вот события и испытания ради только одного какого-нибудь персонажа. Потому что рано или поздно они все у нас прокачаются. Так, ну что мы с тобой сделаем? Давай, наверное, накажем змею Карай. Следом попробуем. А, вообще, давай вот так вот массовую атаку сделаем. Воу. Крип выстоял. Это что-то с чем-то. Да, друзья мои, торпеды почему-то его не подбили. Ну, бывает, может быть, у него иммунка, да? Забираем с тобой здесь награды. Раз. Погоди-ка. Ага, у нас тут еще и достижения, друзья мои. Так, победите Хренга дроидов в оболочке, которых нужно победить 500 раз. И мы победили. Замечательно. Так, ладушки. Опа, жетоны у нас здесь разыгрываются. Так, давай глянем, что у нас тут, ребята, по турнирке. Мы с вами находимся в Лиге Сёгунов. Три звезды, ранг у нас 41. Ну что, давай попробуем с тобой немножечко подтянуться. А подтянуться нам нужно именно, ребята, до Лиги Мастеров. Опа. У меня всего один откат стоит, прикинь. И что мы будем с ним делать, с одним откатом? Да ничего. Только лишь одну битву можем сыграть. Но я не смотрел еще рекламу, поэтому сейчас мы с тобой наберем еще 10 откатов. Но, как бы тебе сказать, попонятнее, мы все равно сегодня далеко не бустанем. Хотя у нас есть доллары. Я про них совсем забыл. Мы же можем с тобой купить. Но, правда, придется за 10 откатов заплатить 250 долларов. У нас с тобой 1156 бакинских. Ну-ка, давай посмотрим. Приблизительно. Так, ну что, мы с тобой получили 10 откатов за рекламу. Теперь я хотел прикупить еще немножечко. Так, почему я не могу взять? Вот. 250 и здесь еще 250. 31 откатик. Этого более чем достаточно, кстати, чтобы пройти сегодня в Лигу Мастеров. Ну, я так понимаю, 3 звезды. Так, ладно, давай мы найдем с тобой Карайку, потому что нам нужно найти... Ох, ё-моё, сколько тут нужно всего, а? Так, 4 кошки. Давай попробуем. Одну нашли. Вторая есть. Вторая, да? Третья и последнюю давай ко мне. Ну, как бы не так. Игрушка сопротивляется, нет, все-таки выдали мне. Хорошо, 4 кошки нашли. Теперь 5 шляп вот этих попробуем найти. 5 шляп с напитками. Но нам, как всегда, выпадает тыква. Я почему-то не удивлен, нисколечко. Одна выпала и то, слава богу. Так, опять тыква. Опять тыква. Эй, хорош. Шляпа. Полная шляпа. Ну и давай, по-моему, последняя, да, у нас? Так, я уже выполнил, ребят, задание. Сейчас попробуем еще. Нет, все, хорош, хорош. Мы сейчас с тобой тут протратимся хорошенько. Короче, мне нужно еще 2 шляпы найти. Но это уже будет в следующий раз. Здесь мы забираем награды и поднять уровень персонажа. Судя по всему, у нас с тобой очень мало мутагена. Всего лишь 10 тысяч. Поэтому поднимать мы будем уровень слабому персонажу. Например, Рафаэлю. Давай, наверное, сделаем... До полтинничка, да? Вот так вот. Как говорится, нам не сложно, а ему приятно. Так, и забираем с тобой здесь остатки роскоши. Так, секундочку, у нас с тобой еще
По-моему, есть. Да, 127 монет. Ну что, докупаем Шреддер здесь. А по жетонам всего лишь 250. Маловато будет, если честно. Ну да не страшно. Так, мы продолжаем с тобой турнир. Ранг у нас 25-й. Я думаю, где-то бой может быть еще один. И мы с тобой уже выбьемся в Лигу Мастеров. Дайте мне, пожалуйста, 16-22 в конце-то концов. Нет, не хотят почему-то. А вот, ребята, есть. Это у нас ветвь. Окей, теперь у нас с тобой откатов достаточно, поэтому я могу спокойненько себе возвращать Армагона в наш отряд. И тем самым отыгрывать вот этих персонажей. Но не забывай, что ранг 68-й. То есть еще немножечко, и мы с тобой уже не будем справляться. Армагон не сможет их бомбить с одного удара. Там уже придется брать вспомогаловку. Упс, друзья мои. Вот это косяк. Это косяк Армагона. А может быть, мой косяк. С какого, блин, вот скажи-ка мне, перепуга он не справился вот с этими, а? С какого лешего? Лично я не могу понимать, ребята, этого. Он не справился. 68 уровень черепашек он не забомбил, поэтому мы потеряли с собой одного персонажа. Значит, изъяны все-таки есть у него. Да. Тогда, получается, нам с тобой нужно еще бой сделать. Я офигею, ребят. Вот это была подстава. Это была подстава. А вот здесь, как ты думаешь, он сможет справиться? Один. Против вот таких вот уровней. Давай проверим. Но если он сейчас и здесь фейлится, то я немножко огорчусь по поводу Армагона. Я, конечно, все могу понять. Там невезение или еще что-нибудь. Но два раза подряд. Нет, слава богу, здесь у него все хорошо получилось. Но я все равно недоволен, если честно. Вот тем поединком я недоволен. Ладно, давай двигаться дальше. Перейдем в плане. Что за дела такие, а, происходят? Вот так всегда. Как только я двигаюсь куда-нибудь в правильном направлении, мне начинают палки в колеса вставлять. 68-й, 69-й ранг. Я думаю, что здесь должны пройти. Но вот я насчет Донателло почему-то сомневаюсь. 68-й уровень Донателло, и он сам по себе крепкий. Ну давай посмотрим, Армагоша, если сможет его пробить. Пита-то он уложит сразу, баньки, это я тебе говорю. А вот насчет Донателло не уверен. Да чтоб тебе, ну ты посмотри. Кому-то крышка, друзья. Ах, вот как. Слушай, ну нам повезло, что он ударил именно Армагона. Если бы он, предположим, да, начал бы бомбить, да, хотя бы тех же самых кроликов, он бы их порвал. Ну давай, кабан, сможешь завалить? Не-не. Они не справляются, они слабенькие, ребят. 40-й уровень, да, против 67-го. Они даже не попадают. А вот если бы был бы враг 40-го уровня, и мои персонажи бы были бы 67-го, поверь мне, он бы меня пробивал бы. Я не знаю, с чем это связано, но вот такая, ребята, дилемма получается. Так, 91-й ранг у нас с тобой. И мы продолжаем. Самир. Так, Армагон, давай-ка мы, наверное, тебя уже будем брать с кем-то в паре. Например, здесь мы возьмем с Джастином. И будем... Вряд ли, конечно, получится сегодня отыграть всех наших бойцов. Хотя, может быть, получится, но нам надо будет очень много откатов тратить. Поехали. Посмотрим, что получится. Получается великолепно. А вот не возьми я Джастина к себе, да? 100% бы он, наверное, всех не смог бы забомбить. Хоть кто-нибудь, но остался целенький. Хотя там 65-й уровень был. В принципе, ему это не проблема было бы завалить. Ладно. Давай с тобой определяться дальше. Ну, здесь я возьму, наверное, Монику. И здесь достаточно будет, скорее всего, одного лишь Армагона. Скорее всего. Видишь, я еще очень сильно рискую, потому что я беру 40-е и 45-е уровни. Ну и ты сам понимаешь, да? Стоит только Армагону кого-нибудь не добить, наши головы здесь полетят. Ну-ка проверим. Тут, слава богу, у него все хорошо получается. И значит, мы с тобой двигаемся дальше. Двигаемся дальше, продвигаем малышей. Продвигаемся сами, интересно, в этой лиге. И давай мне 55-е место. Фигушки, сказали, 62-й, не хочешь? Блин, а почему так медленно идем, а?
Я серьезно говорю, ребят, мы сейчас с вами очень медленно продвигаемся. Не знаю, с чем это связано. Раньше мы как-то с тобой, ну, побыстрее, там, по 10 ступенек, а тут как-то 5-6, не более того. И я сомневаюсь, что это связано именно с моими персонажами. Это что-то в игре. Так, Зек, ты, конечно, молодец, но очень мало ты отнимаешь у них здоровье своей бомбочкой. Но этого достаточно было, да, чтобы Армагон, конечно же, всех наказал. Двигаемся дальше. Так, если мы с тобой сегодня перейдем в игру мастеров 2 звезды, то возможно, ребята, мы приблизимся к лиге мастеров 3 звезды. А может быть, возьмем топ. У нас с тобой 30 откатов. 30 откатов. Во, 17-23. Слушай, ну неплохо. Здесь, естественно, нужно брать помощь. Это будет в виде у нас Ванюшки. Раз, два, три. Так, ну тут не забывай Майки. Его желательно сразу уничтожить, иначе он поставит уклоняшку. Вот он. Подожди. Погоди, а чё? Нифига себе, ребят. Ну тут, по-моему, все, нам крышка, и Армагон не сможет пробить. Трындец. Почему Майки... Сейчас разберут нас здесь, естественно, друзья мои. Тут уже нас ничего не спасет. И Ванюша со своей пулеметной дроби тоже здесь фейлится. Господи, как они тут бомбят нас. Вот так вот, друзья мои. Понадеялся, называется, на Армагона. Думал, что он будет ходить первым. Если бы он ходил бы первым, конечно, он бы ушатал бы этого Майки. Но не в данной ситуации. Трындец. Да, очень-очень обидно. Опять у нас с тобой... Еще и хиляется. Опять у нас с тобой вторая катка, да, получается? Фейловая. Ну да. Соответственно, а я еще говорю о каком-то прессе. Бдительность теряем, вот что я тебе скажу. А знаешь, почему мы ее теряем? Потому что из серии в серию мы с тобой проходим практически без проблем. И ты уже начинаешь в голове думать, ну как бы даже не думать, а играть на автомате. Ты уже... Не смотришь, какие у тебя враги там. Что ты можешь действительно сделать, а что не можешь сделать. Какие твои шансы. Ты уверен на 100%, что здесь можешь победить. Закрадывается какая-то там доля того, что ты можешь сфейлиться. Но ты знаешь, как ты ее перекрываешь. Ты видишь, что этот гад делает? Он постоянно на уклонение ставит. Постоянно. Трындец, давай, Лео, жги. Я надеюсь, ты тут завалишь их всех. Ну, почти, почти у тебя получилось. Давай паутинку бросим. Так, муха, давай. Понятно, это муха навозная. Только навоз жрать может. Но он нас не подобьет. Хотя паукус, ребята, был уже в такой ситуации. Ё-моё, тихо, не надо нам так делать. Ну, попадешь, я надеюсь, Армагон. Хорошо. У него, видишь, была контратака повешена, поэтому могли бы сейчас потерять своего персонажа по своей же глупости. А у нас другого варианта и не было. Нам все равно приходилось бы атаковать. 27-я позиция всего лишь. Нет, что-то здесь не то. Что-то и медленно мы двигаемся, и вообще все как-то не так. Все пошло через одно место. Ладно. Попробуем с тобой отыграть. А знаешь, в чем вина? Вина именно в том, что я взял отряд. Я же всегда, ребята, отнекивался именно от таких отрядов, где стоит Микеланджело со своим уклонением. И тут почему-то я пошел наперекор себе. Почувствовал, да, силу богатырскую, блин. Вот она мне и аукнулась. Ну, здесь понятно, здесь закрошили мы все. Так, давай посмотрим, что дальше нас там будет поджидать. И главное не брать отряды именно с Майки. В остальном, в принципе, никаких проблем не должно быть. Так, какое место? 12-е? Отлично. Так, определяемся. 16-23, пожалуйста, мне. 16-23 дайте. Вот, 17-23, отлично. Это у нас Гектор. Я просто смотрю на мои откатики, как они тают на глазах. Мне так жалко становится. Потому что доллары ты эти копишь в течение двух там недель, да?
а потратили буквально за пару минут. Да ладно бы еще какой-то выхлоп был, не так жалко было бы. А с такими фейлами, как мы с тобой делаем, так толку ноль. Давай добивай уже их всех причем. Замечательно. Ну что же, погнали дальше. Надо, кстати, потом будет глянуть, сколько нам не хватает ДНК до прокачки Кунаичи, наконец-то, и до прокачки Шинигами. Так, ну что, будем с тобой пытаться попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Я думаю, в принципе, шансы есть. И не очень-то маленькие, давай честно скажем. Персонажей у нас тут пока хватает. Уровень, правда, тут 75-й, 73-й у бойцов. Максималка это 78-й, но пока мы таких не встречали. Пока таких не было. Супер Шреддер, естественно, здесь очень хорошо кромсает. Вешает по возможности постепенно урон. Ну, а Армагон, как всегда, ребят, на добивке. Заметь, да, мы сейчас в последнее время берем с тобой больше Армагона и кого-либо другого, но не Усаги и не Леонардо. Я вот что-то заметил такую тенденцию. Так, 83-я позиция, отлично. Давай. Ну, здесь мы с тобой возьмем, наверное, Алису в Стране Чудес. Давай возьмем Усаги, чтобы не тратить нам с тобой лишний откатик. И три персонажика из маленького ранга. Так, тут два Рокстеди, Бибоп и два Донателло. Интересная команда получается. Ну-ка ся, заряжает Усаги. Так, я понял. Армагоша, ну-ка добей, пожалуйста. Да. У него все получается. Если у врага половина хп остается, да, то Армагон 100% добьет. Я вот, честно говоря, не видел, чтобы он промахивался. Он может попасть, не добить, но чтобы промахнуться... Хотя нет, ребята, вру. У нас же был пример, когда Микеланджело делал уклонение. Но это, понимаешь, это уклонение. А я говорю тебе про то, чтобы вот без всяких бафов, да, взял просто-напросто и тупо промахнулся. Так, ну что, нет, давай-ка мы не будем брать Бакстер Стокмана. Я лучше возьму Супер Шреддера здесь. Да, еще героев дофигища. Я боюсь, откатов у нас не хватит. Если по два мы тратим за один бой, а у нас их всего 20, соответственно, 10 боев мы можем с тобой провести. 10 боев, даже если мы с тобой возьмем грубо по 8 ступенек, то это получается 80, да? Не получится, нам придется еще докупать десяточку, скорее всего. 10 откатов. Так, 56-я позиция. Поехали. Обновим. Нет, давайте уже мне в конце концов 17-24. Ну что вы жметесь? Я уже почти на финишной прямой. Так, было вот здесь только что 17-24, но я не успел, ребят. Точнее, прозевакал это дело. Но я тебе скажу одно, что они могут тебе дать столько кубков, надо только ролить. Да ну хорош вам, ё-моё. Ну ведь было, я же видел. Вот. Это у нас, ребята, август. Это у нас август. И как ты видишь, уже максималка, да, 79 уровень. Давай посмотрим, как у нас будет отрабатывать здесь Армагон вместе с Супер Шреддером. Именно, ну, почти топовых персонажей. Не забывай, что там стоит Микеланджело. И опять, ребята, увидел его в конце. Опа, а Супер Шреддер-то оказывается по инициативе круче, чем Майки. Вот так-то, друзья мои. Вот теперь-то я знаю, что Супер Шреддер крут. То есть Армагон не крут именно в инициативе против Микеланджело. А Супер Шреддер, да, молодец, красавчик. И мы с тобой попадаем на 43-ю позицию, да. Опять вы мне даете, да, 17-23? Вот, 17-24, это у нас Крейг. Давай берем Армагона. Опять же возьмем с тобой Супер Шреддера. Раз, два, три. Так, еще где-то 4 боя у нас со слабенькими персонажами. А потом уже пойдет имбушечка. Там уже можно будет не откатывать Армагона, а попробовать своими силами. Хотя вряд ли мы справимся.
Там будут сплошные 79 уровни. Так что без Армагона никуда. Пубух. Рассыпались. Так, сегодня что у нас за день недели? По-моему, среда, да? Или четверг? Я уже запутался в этих днях, если честно. Среда сегодня, да, ребята? Среда, да. Так, 27 ранг. То есть, грубо говоря, еще где-то 2 поединка. Нет, да, наверное, 3, скорее всего, все-таки. 3. 3 поединка. Раз, два, три. И как раз нам хватит отыграть. А там же Лига Мастеров 3 звезды. То есть, нам надо будет с тобой немножечко поднапрячься, вывести наших ребят в топовую, как говорится, в топовый ранг. И уже можно расслабиться. А к этому времени мы уже с тобой, наверное, я так думаю, все испытания пройдем. То есть напрягаться вообще нам не придется. Ну что же, идеальная победа, и мы с тобой двигаемся далее. Смотрим, что-то у меня голос, ребята, охрип, не понимаю почему. Может быть, я подзаболеваю, а? Такое может быть. Вначале голос осип, потом кашель и простыл. Так, ну что, у нас здесь Виктор. Давай, Виктор, попробуем справиться с тобой. Так, ну что, ребята, вот мы, в принципе... А, нет, еще один остался. И это Рафаэль. Рафаэль оригинал. Ну, ладно. Давай. Сплинтер, как всегда, ребята, он действительно работает как этот. Как Рафаэль наш, да? У Рафаэля тоже, у него есть возможность контратаковать, причем 100% возможность. Даже если бы кто-то промахнулся по нему, он все равно бы сделал контратаку. Так, друзья мои, мы с вами в Лиге Мастеров. 3 звезды, 100 место. 12 откатов, то есть это 6 боев получается у нас. Давай-ка попробуем все-таки мы с тобой сегодня вырваться. Хотел сказать в топ, а потом посмотрел, сколько у меня персонажей осталось. Ну, хотя бы до 50 места. Это как бы тоже неплохой результат был бы для нас, да? Так, давай, валунчик. Для начала. Так, оригинал упал. Ну, естественно, от Леонардо вертушка. Все. Все прикольно, ребята. Двигаемся тогда далее. Посмотрим, что мы там. Местечко какое займем. У нас ровно соточка, да, была? И сейчас... Так, нас успели скинуть. Ты заметил, что мы с тобой заново перешли в Лигу Мастеров 3 звезды? То есть моргнуло там. То есть пока я дрался, меня уже кто-то там тихоря пододвигает. Фирс. Так, давай-ка мы с Фирсом с этим подеремся. Раз, два, три. Да, вроде бы, как говорится, персонажи у нас с тобой 70-80 уровни, но против них... Все равно надо брать имбу. То есть одного-двух персонажей, ну, в обязательном порядке просто-напросто. Это просто необходимость. Так, и давай теперь попробуем валунчиком заглушить их. Шикарно. Мне, кстати, вот нравится еще суперудар с валуном. Это именно у Донателло Космос, когда он ставит свой посох, типа маячок, да? И на этот маячок летит огромный метеорит. Довольно прикольный такой тоже скилл. Так, что мы здесь с тобой возьмем? Элдена. Пускай будет Элден. Возьму сюда Усаги. Так, и слушай. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, следующий поединок у нас с тобой будет последним. Я попробую сыграть именно той командой, которая у меня осталась. И вот хотелось бы посмотреть, справимся мы или нет. Потому что по уровню мы практически будем одинаковы. Но это только по уровню. А по прокачке скиллов я не уверен. А ну-ка давай, Армагон. Замечательно. Так, двигаемся. И сейчас вот пробуем, ребята. Там у нас Бакстер Стукман, там у нас Майки. В принципе, Майки может уклоняшку поставить. Это тоже будет большой плюс для нас. Да, и 50 место мы с тобой должны будем взять. Так, выбираем с тобой командочку. Попроще надо взять. Вот эту мне тут... Фигово, вот, наверное, вот этих возьмем с тобой. Стоп, подожди, блин, да что ж так. Ай, ребята, ну
Трындец. Я думал, что мы отыграем с тобой. Раз, два, три. Так, четыре, пять. А вот нифигашечки мы не отыграем. Так, ладно, давай вот так вот сделаем. Так, и вот так. Нет, лучше вот так. Там, оказывается, у нас еще персонаж один завалялся, ё-моё. Ни туда, ни сюда, из-за него придется тратить откаты. Ну, это чисто, ребята, принцип. Это не обязательно делать, конечно, но мне хочется просто, чтобы все бойцы были отыграны. И чтобы у них у всех был тайминг на откат. Так. Сейчас, естественно, мы с тобой возьмем где-то место 45-е, может быть, даже 40-е, и еще один поединок. Смотрим. 40-е место, отлично. Ну, давай возьмем Фабио, так уж и быть. Усаги, Майки, ну и, конечно же, Армагон. Хотя... Блин. Ну, давай Шреддер тогда возьму. Посмотрим так. Армагон для нас слишком имбовый, поэтому я решил взять кого-нибудь послабее. Так, Майки, давай делай уклоняшку свою. Уклоняшку, фитоняшку, да? Так, Усаги, естественно, врывается со своей вертушкой козырной. Катанами тут наяривает. Капусту рубит. Окей, теперь. Ну-ка, да, в принципе, имхана, ребят. Ух. Как так-то? Кабан выжил. Прикинь, он пережил две массовых атаки от Усаги и от Супер Шрера. Конечно, на нем был постепенный урон, но как сам факт, если брать, то он выжил. Так, ребята, 25-я позиция. То есть завтра мы с тобой все-таки добьем, да? Мы будем с тобой в топчике. Два отката у нас всего лишь осталось, но это не беда. Мы с тобой откаты за рекламу получим 10 штук. Нам этого, конечно, будет мало, но у нас есть еще бакинские. Так, ну а теперь мы переходим с тобой на испытание. Слушай, а может быть, нам проще пофармить здесь, а? Девичья сила, давай смотреть, кто у нас тут. Ага, у нас Шинигами и Кунаичи. Все-таки есть смысл, ребят, проходить. Ну что же, вот какой нам отряд дали. Это практически, ребята, фуловая имба. С этим ничего не поделаешь. И я обычно делаю так. Ставлю на автобой. И можно пойти пить чай или кофе, да? Но мне нужно смотреть, потому что надо будет завершать, принимать следующий бой. Если бы тут было бы все на автомате бы, на полном автомате, то есть он сам переключает уровни и все, я бы тогда пошел бы налил бы кофейку. А так нельзя отрываться. Так, тут у нас три училки и два дрона. Но эти дроны еще, как говорится, не покоцаны, ведь это же дроны, да, насколько я помню. Потому что в начале заставки, именно в этой игре, когда Леонардо, по-моему, звезданул ему по морде своим мечом, у него слетела кожа, и там был именно вот этот вот механический череп. Значит, это дрон. Так, ну давай следующий поединок. Поехали. А раньше, я помню, когда у меня были персонажи слабо прокачанные, я брал именно тех персонажей, которые нам даются на автомате. То есть тех девчонок, да, которые имеют фулл звезды. По-моему, они имеют фулл прокачку именно по скиллам. И за счет них проходил. То есть это как бы... Если у кого-то вот нет, например, прокачанной имбовой колоды, да, как вот у меня здесь, тот может воспользоваться услугами именно, которую тебе здесь предоставляют. Так, давай этого таракана и последнего, пожалуйста, забомбите. Отлично. Нет, действительно, ребята, что-то горло очень сильно болит. Мне приходится как бы даже напрягать голосовые связки, чтобы выдавить из себя хоть слово. Что за беда такая наступила? Ну, у нас такая погода, если честно. Буквально еще вчера, позавчера падал снег еще до сих пор, понимаешь? Сегодня дождь, завтра опять снег, ветер холодный, все как-то не то. Неуютно, некомфортно, понимаешь? То одеваешься, то раздеваешься, то куртку зимнюю, то куртку осеннюю. Фиг поймешь, как нужно вообще вести себя. Так, ну что, ребята, здесь, наверное, мы сделаем... Да, можно просто обмануть. Скоро у меня днюха еще. Да-да-да, наверное, многие помнят, когда, потому что... В прошлом году, да, в черепашках ниндзя, там даже была такая у нас картинка, да, когда они
типа черепашки поздравляют меня с днем рождения. Так что мы станем еще на год взрослее, старше и старее, так скажем. Не знаю, будем отмечать или нет, 40 лет я не отмечал, потому что, ну, это такая дата, которую не отмечают. А 41 год, ну, в принципе, можно было бы. Там посмотрим уже, ближе, как говорится, к теме. Ну что, включаем автобой, естественно, тут опять же 40-й ранг против нас поставили, и, естественно, мы их просто сейчас будем в порошок сносить. Конечно, бы хотелось бы, чтобы они делали массовые атаки побольше, чем вот так вот по одному бомбить. Я не знаю, ребят. Так, сегодня в планах у меня еще... Ну как, сегодня-то я сниму, а выложу, наверное, только завтра. Продолжение, друзья мои, акулы-людоед, которое будет, естественно, на втором канале. Плюс, наверное, все-таки сделаем еще серию Call of Duty «Холодная война». Но это все будет зависеть, от, ребята, от моего состояния. Если у меня голос вообще сядет, то, естественно, я не смогу ничего снимать. И если у нас вдруг не будет в ближайшее время видосиков, то знайте, что я охрип, осип, еще что-нибудь в этом роде. Но мне на самом деле не хотелось бы. Но горло болит очень сильно. Так, ладно. Что у нас тут? Алапекс. Окей. Погнали. Быстренько сейчас ее завалим. И там уже потом пойдет Шинигами и в конце Кунаичи. Ну, фармить, мне кажется, что здесь не стоит. Почему? Потому что, ребята, там по фарму у нас появляется... Вот если только на последнем, там можно выбить Кунаичи плюс Шинигами. Также там будет, по-моему, Алапекс и, по-моему, простая Эпил. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, эти персонажи. Но мне, на самом деле, ты знаешь, да, нужен Крэнк. Я хочу попробовать, если будут у нас остатки с тобой, пойти и попробовать выбить еще два ДНК именно на Крэнка. Потому что таким макаром, да, представляешь, по два ДНК выбивать, это сколько же мы будем с тобой бомбиться-то здесь, чтобы нам его получить. Но, поверь мне, Супер Шреддер тоже, ребята, очень долго. И я думал, что мы его будем вечность собирать. Но, как ни странно, мы его собрали. А знаешь, почему мы его собрали? Потому что то испытание, которое было на Супер Шреддера, да? Там давали, по-моему, аж по 3 или по 4 ДНК. Только за счет этого. А у Крэнга почему-то не так. У него, по-моему, максимальное количество — это 2 ДНК на самом последнем испытании. А до этого дается нам Шреддер. Причем обычный. Не классический, а обычный, ребята. Поэтому Крэнк очень тяжело фармится. Супер Шреддер в этом случае как-то намного лучше был. Так, ну что тут у нас? Отлично. Великолепненько. Ну, понятное дело, да, это стрелозады. Не знаю, почему они находятся в костюмах таких каких-то, я не знаю, костюм йети или гориллы. Выпендриваться не так. О, Лео решил вот так вот сделать, пробивной. Причем по... именно по Шинигами. Ой, по этой, Кунаичи. Так, минус морозильная кошка. Зачем ты это делаешь, Супер Шреддер? Ну зачем ты это делаешь? Так, ракеты. Лео добивает Шинигами, и у нас вот Алапекс начинает выпендриваться. Даже не нанесла урона. И, конечно же, босс. Ну, босс для нас это, ребят, это Ирма. Еще раз повторяю, да-да-да, именно та Ирма, которая у нас встречается в черепашках ниндзя безумные мутанты. Только там Ирма человек, а здесь Ирма робот. А почему робот, ребята? Потому что они сделали прототип. Потому что Ирма была как бы наша подруга, да? А этим Крэнгам надо было узнать наши действия, наши планы. И они как бы к нам подослали вот этого вот Ирму-робота. Так, ну что, мы с тобой идем на последний эпизод, 7-й. Вот я про что говорил, ребят. Если у вас когда нету имбы, вот этой, да, таких вот прокачанных персонажей, ты можешь брать вот именно этих персонажей. Видишь, они все в платиновом ранге, соответственно, у них там все прокачанные скиллы. Или хотя бы ради любопытства посмотреть, что делает определенный скилл.
да? Как бы познакомиться поближе с этим персонажем, чтобы тебе знать, что там в дальнейшем тебе будет поджидать. Так, ну а мы с тобой, как всегда, разбираем всех на изи, потому что какой там у них уровень максимальный? 70-й. То есть это нам расплюнуть. Тем более у нас практически у всех двойные атаки стоят, кроме Рафаэля. Лео делает пробивной, отлично. Это что такое было сейчас? О, Рафаэль взял провокацию, это еще круче. То есть теперь он в любом случае будет атаковать. Так, училки, противные на самом деле. Тыч, вынес просто с удара, прикинь. Да мы тут... Ага, кроме Рафаэля. Рафаэль не подтянул, да? И Шредер тоже не справился с ударом. Ладно, ничего страшного. Четвертая волна. Так, Лео выносит карайку. Да надо же. Усаги сделал вертушку. Молодец, одобряю. Ну и Алапекс мы тоже с тобой уничтожаем. Отлично. Ну и как всегда Ирма. Я, наверное, отключу здесь автобой. Я хочу сам разобраться с ней. Такой там довольный за рычажки дергает. Мелкий пройдоха, на тебе валуном. Для разминки. Половину здоровья просто сразу снесли. И вертушка. Или добьем, или еще больше отнимем здоровья. Все, крышка. Ну, на самом деле, довольно легкий босс, как и само вот это вот испытание. И нам остается посмотреть, сколько у нас с тобой осталось сыра. И есть ли смысл нам с тобой там фармить. Давай посмотрим. Ну вот, я тебе и говорил, что здесь у нас Кунаичи, там у нас Шинигами. А, вместо Эйприл, вот, у нас морозильная кошка. Поэтому, ребят, ну как бы я не знаю. Наверное, оно того не стоит. У нас либо вот это вот фармить, Шредера и Кренга, либо же вот это вот Рокстеди и Бибоп. Я даже не знаю, у нас 30. Давай попробуем все-таки здесь, а? $4 фигня. Да ну хорош. Ну трындец, ребята. Ну, не повезло. Просто не повезло нам сегодня. Так, у нас с тобой остались только лишь, по-моему, жетон, да? Ну я думаю, что я их, наверное, буду уже бить за кадром вам. Интересно на это смотреть. Вот. Так что, ребятушки, давайте-ка мы увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Всем удачи и до новых скорых видосиков.